Становись туда. Да, а вы работаете вдвоем. Она работает. Не слышу. Раз, два, он, дой, трей. Если не считаешь, значит не делаешь. Не слышу. Не слышу, Кисюнечка. Громче говори. Если можно, встань сюда, пожалуйста. Ну, давай дальше. Что, три? 30, да? Я тоже, вот 30. Все, я присел уже. Так, Матео, все пошли, все. Пошли майки ногами, потом шпагат. Все со мной. Встали, пошли майки ногами. Пошли. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Шаса, шапта, оп, ноу, зече, уну, дой, трей, патру, чинч, шаса, шапта, оп, ноу, зече, другой ногой пошли, уну, дой, трей, патру, чинч, шаса, шапта, опт, ноу, зече, уну, дой, трей, патру, чинч, шаса, шапта, опт, ноу, доу, зече. Встали в шпагат. Встали в шпагат, не вижу, не слышу. Встали, шпагат. Что за разговор? Аделина, все шпагат встали, а ты еще нет. Потом скажешь, что тренер виноват. Стоим, стоим, стоим. Встали! Что ты ходишь туда-сюда? Встали, шпагат! Уно, дой, дой, три, три, три. Потому что вот так я хочу, чтобы стоять. Три, пату, чинч, шасы, шапты, оп, ноу, сечи, острый здесь. Матео, кто? Аделина, смотри, я три раза уже поворачиваюсь, и ты не делаешь. Потом ты мне хочешь что-то доказать, и ты делаешь. Но если я вижу своими глазами, а он еще и запись идет. Встали в шпагат 10 секунд стоит. Пошли. Далее. Уно. Дой. Дой, Аделиночка. Трей. Патру. Чинч, шаза, шапка, оп, ноу, зече, Матео. Каждый раз это надо делать. Объясню, если старый человек не делает, значит у него судороги по ночам. Как схватит ногу, хоть стой, хоть плак. Вот начинают делать уже, да. А у вас, молодые, будет тазобедренные суставы. Растяжение. Но ходить не сможете. Операцию придется на него делать. Поэтому это делать обязательно. Не надо обязательно шпагат, но это же ноги. Так. Пошли страховку назад. Пошли. Уно. Двое. Пасло. Чинь. Шаса. Шапка. Оп. Ноу.
Встречу. Хорошо, сели на колени. Это будете делать каждый раз. Каждый раз. Так, о, поставил. Красавец. Сергей Анатольевич, мешок старый. Так. Падаем вперед. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шасса. Шапка. Оп. Ноу. Ноу. Зече. Ну, все, Талина, буду стоять рядом. Так, высокий фактор. И перекат ты стоим бедря. Пошли. Уну. Я все сделаю, чтобы был твой, но
надо приходить вовремя. Я его бы наказал, а так я не могу наказать. Я должен тебя наказать, а потом его. Значит так, как мы приезд делаем? Колени у нас согнутые, руки у нас находятся вот здесь на ноге. И когда вы поднимаетесь локтями, вы должны касаться колен. Пожалуйста, 8 раз. Пошли. Стоп, где руки? Руки здесь, молодец, вместе, да. Отжимать. И как колени касаются. Раз. Пошли. Два. Вика. Вика. Я знаю, что двери так не стоят. Вот здесь поставь. Ты будешь когда сдавать инструктуру Талмазана, то здесь будут руки. Отжимай. Пошли. Чин-чой. Эй. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Хорошо. Легли на живот. Иже. Лицом ко мне. Еще раз. Вот это. Это не носом касаться, не головой мотать, кстати. А то были в лагере, и вдруг мне говорят, он 130 раз сделал. Как 130? Что он такой здоровый? Покажи. И я могу так. Итак, делаем чин-чой. Пошли. Вот это. Уно. Двое. Три. Андрей, посмотри. Патру. Молодец. Кубик тоже смотри. Патру. Чешом сидишь. Стоп, мате. Мальчики сели на колени, девочки лежат. Боец. Я даю чин-чой для кого? Для девочек. Если ты Федя, ты можешь сделать только чинчой. Ты боец. Чинч плюс чинч. Где чего? Все мальчики делают два раза больше, чем девочки. Хорошо? Да, так. С этим все. Встали. Руки за голову, так, в тюрьме. Чинч, ой. Пошли, пошли. Уно, стоп. Старайтесь смотреть на меня. Да, и давай, я могу вам что сказать. Я могу вам сказать, что для борьбы с дзюдо не обязательно приседать до конца. То есть, откуда бросок идет? Опустите ручки. Вот бросок отсюда идет. Значит, и в принципе мы будем делать так. Раз. То есть, как будто на стол садимся и встаем. Отсюда раз. Пожалуйста. Чин-чой. Пошли. Уно. Ниже. Доль. Ты уже не на стул садишься. Три, ты на стол встал. Хорошо. Три, папа. Чинч. Шаса. Шапка. О. Ноу. Здесь. Бени. Молодцы. Так. Сейчас. Скакалка. Вот стул ты вот. Куда? Волосы, постриги. Отошли. Отошел. Сначала девочки, потом ты что, девочка? Thank you.
Давай.